Начинаем с инцидента, который произошел этой ночью. Компания молодых людей отправилась кататься по городу на девятке. Из-за фатальной ошибки водителя оборвались две жизни. Здоровье еще одного человека находится под угрозой. По предварительной информации, в ночное время 6 декабря 2022 года в 2 часа 50 минут водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался по улице 9-й гвардейской дивизии со стороны улицы Волковская с левым поворотом на улицу Немировича Данченко. И в пути следования напротив дома 130 км по улице Кролейная, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом «Рено», который двигался по улице Тролейная со стороны улицы Немировича Данченко в сторону улицы Связистов. Основной удар пришелся на переднюю часть корпуса легковушки. 18-летний водитель погиб мгновенно. 17-летний пассажир получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался. Еще один 19-летний парень госпитализирован в реанимацию. Был ли автомобилист пьян, пока неизвестно.